Приветствую всех любителей вышивки, с вами Оксана Дереза, и сегодня хочу вас познакомить вот с этим замечательным набором «Ангел-хранитель» от фирмы Classic Design. Все вы знаете, что эти наборы продаются в мире вышивки, и для тех, кто еще вдруг не знаком с этим магазином, у меня действует промокод Оксана Дереза, по которому вы можете получить скидку 10% для своей первой покупки. Но у меня есть еще одна приятная для вас новость, для всех моих зрителей. Для покупателей магазина «Мир вышивки» с 16 июля 2018 года по 22 июля 2018 года для всех вас будет действовать скидка на покупки, дополнительная скидка на покупки 5%. И действовать она будет по промокоду «Блог». Итак, давайте же посмотрим поближе. Очень давно мне нравится этот сюжет. К сожалению, я не нашла по вменяемой цене набор Dimensions, и поэтому решилась на вышивку набора производителя Classic Design. У меня есть несколько наборов от данного производителя, но это будет первый мой опыт вышивки данных наборов. Слушайте, какая огромная схема. Посмотрите просто, вот посмотрите, это крыло. Это одно крыло. Посмотрите, какие огромные значки. Они вообще-то, вот я так понимаю, размер, размах схемы, он раза в два больше, чем у Dimensions. И знаете что? Я решила такой эксперимент провести и вышить все по ключу именно так, как у Classic Design. Единственное, что я, конечно, во всяком случае, вот сейчас у меня намерение именно такое. Я буду, конечно, просматривать, похоже или не похоже это на вышивку, да, на отшивы именно по наборам Dimensions. Ну, хотя, вы знаете, для меня, так как я... Ой, какой ключ интересный, посмотрите, да, ключ вот здесь. В две нити, тут что-то в одну идет нить. Но он немножко широковат, конечно, на мой вкус. Я предпочитаю такие узенькие, чтобы можно было их крепить на канву и вышивать. Ну ладно. Французских узелков море, бэкстича просто море вообще. И на органайзерах он указывает. Так, органайзер, я так понимаю, есть А и Б. Сейчас посмотрим, товарищи мои хорошие. А где А, а где Б? Скорее всего, там, где мало цветов, это и есть Б. Так, сейчас попробуем. Так, ну, органайзеры у Classic Design мне не очень нравятся. Дырочки большие, в принципе, удобные, но вот он сам вот такой очень мягенький. Посмотрим, как он выдержит мое вышивание. Так, сейчас 6 секунд. Так, вот оно, мое вышивание. Так, если смотреть вот так, да? 1, 2, 3. Ой. Сейчас смотрим, что у нас здесь происходит. Да, 1, 2, 3. Да, 1А это бленк. 1А это бленк. Здесь в ключе указаны номера. Второй А это 310. И 317 это темно-серый. Да, я согласна, что это первый у нас идет. Ну и даже если в ключе вот так посмотреть, что А, вот их очень-очень много цветов, практически 32, а Б вот только 14. Так что как-то так. Ну, посмотрим дальше. Цвета, конечно, очень красивые. Нет. Ну, ничего. Все мне нравится. Канва 16. Я люблю на 16 вышивать. Свайгер. Сомнений никаких не возникает. Получится большая такая картина. Очень большой. Все, у меня уже нетерпение начать наконец-то еще одного ангела. У меня будет начато уже в итоге сколько? Два пока, да. То есть один у меня Joy Sunday, значит, один, значит, будет от Classic Design. Ну и потом как-нибудь начну еще от самой фирмы Dimensions. И будем с вами сравнивать. Да, еще потом от Амишоп, может быть, выше. И будем с вами сравнивать и смотреть. Вот, очень люблю этих ангелов. Сейчас самое главное посмотреть, что же у меня получится именно в вышивке этого производителя и вышивке данного дизайна. И поэтому я с вами не прощаюсь. Увидимся в одном из следующих видео. Именно с этим ангелом вы уже встретитесь. А я вам желаю получать от вышивки море удовольствия. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. С вами была Оксана Дереза. Пока-пока.